Продолжение лекции по нервной системе. Она посвящена головному мозгу. На этих рисунках показано увеличение относительного размера и усложнение строения головного мозга в филогенезе позвоночных. Вот здесь красным цветом показан головной мозг рыбы, лягушки, змеи, птицы, млекопитающих. Вот у кошки уже побольше. Еще больше он у обезьян. И своего максимального развития и сложности он достигает у человека. А на этих рисунках показано увеличение размеров и усложнение строения головного мозга человека в эмбриогенезе. Вот таков относительный размер мозга человека на 25-й день эмбриогенеза, как точечка. Вот 40, 50 дней, 100 дней, 5 месяцев, 6 месяцев. Поверхность мозга совершенно гладкая, извилин нет. На 7-м месяце появляются первые извилины, их становится все больше и больше. И вот уже в конце эмбриогенеза, к моменту рождения, уже все извилины сформированы. Здесь показан головной мозг человека в сагитальном разрезе. А на этом рисунке показана желудочковая система внутри мозга. Мозг, да, тоже паренхиматозный орган. Снаружи он покрыт капсулой. Это мозговые оболочки, от которых отходят внутрь прослойки рыхлой соединительной ткани с кровеносными сосудами. А паренхима представлена нервной тканью, которая образует серое и белое вещество. На этой фотографии мозга видны его отделы. Ствол мозга, состоящий из продолговатого мозга, моста, среднего мозга и промежуточного мозга. В промежуточном мозге видны зрительные бугры и гипоталамическая подбугорная область. Здесь видны большие полушария и мозжечок. Головной мозг человека вид снизу. Вот здесь просвечиваются уже в другой проекции голубые желудочки и каналы мозга. Здесь видны большие полушария, полушария мозжечка, продолговатый мозг, мост, кусочек среднего мозга и промежуточный мозг, а именно его гипоталамическая область. Это перекрест зрительных нервов. Здесь показан продолговатый мозг на поперечном разрезе при импрегнации азотно-кислым серебром. Это как пример строения ствола мозга, в котором серое вещество организовано в виде ядер, в виде скоплений нейронов. Здесь при импрегнации серебром они вот видны светлее.
ядра черепно-мозговых нервов, чувствительные, двигательные. Здесь видны также переключательные ядра, нижние оливы, ретикулярная формация. Также более темным цветом показаны проводящие пути. В основном миелиновые нервные волокна, идущие из спинного в головной мозг и в противоположном направлении. Строение головного мозга будет подробно рассматриваться на кафедре анатомии. Мы же рассмотрим микроскопическое строение коры мозжечка и коры больших полушарий. Мозжечок расположен в области заднего мозга. Это центр регуляции, равновесия и координации движений. Это мозжечок осуществляет через мотонейроны спинного мозга. Мозжечки различают червь, древняя часть, и по бокам два полушария. Здесь на сагитальном разрезе видно одно полушарие разрезанное. В полушариях различают снаружи кору мозжечка, а в центре ядра мозжечка. То есть там нейроны организованы, серое вещество организовано по ядерному типу, а в коре мозжечка по экранному типу. То есть однотипные нейроны лежат слоями. Кора мозжечка состоит из серого вещества, лежащего снаружи, и белого вещества. Кора мозжечка образует складки и выпячивания, извилины. Это значительно увеличивает площадь поверхности коры мозжечка. В каждую извилину заходит прослойка белого вещества. Поэтому на разрезе древа жизни, поскольку белое вещество сначала образует ствол, а потом веточки, все более тонкие, которые заходят в извилины. Если посмотреть кору мозжечка под малым увеличением микроскопа, то хорошо видны борозды и выпячивание извилины. В каждую извилину заходит прослойка белого вещества, а серое вещество покрывает кору мозжечка снаружи. В сером веществе видны три слоя. Вот снаружи молекулярный, он самый светлый. Потом ганглиозный слой, он тут почти не виден. И внутренний, самый темный, зернистый слой. На среднем увеличении микроскопа показана одна извилина, молекулярный слой, затем слой ганглиозный и внутренний зернистый слой. Под большим увеличением хорошо видны нейроны ганглиозного слоя. Это грушевидные нейроны или клетки Purkinje мозжечка. Это молекулярный слой. Вот это зернистый слой. Схема строения коры мозжечка.
Здесь показаны две извилины, разрезанные поперечно и продольно. Здесь показана трехмерная картина организации коры мозжечка. Видно белое вещество изнутри, а снаружи серое вещество, в котором видно три слоя. Молекулярный слой снаружи, затем ганглиозный слой, видны крупные грушевидные нейроны, лежащие в один ряд, а затем зернистый слой. От апикальной части ганглиозных нейронов отходят дендриты. Сначала 2-3 толстых, которые ветвятся на более тонкие, и в результате образуется дендритное дерево. Причем эти веточки ветвятся в плоскости, идущей поперек извилины. Поэтому на поперечном срезе извилины они выглядят как деревья с широкими кронами, как баобабы или яблони. А на продольном разрезе эти же ветвления дендритов видны в виде узких крон, как у тополя. Вот так те ветвления дендритов проецируются на поверхность коры мозжечка. От базальной части клеток отходят аксоны, которые идут в белое вещество и заканчиваются на ядрах мозжечка. В молекулярном слое различают два типа клеток. Это клетки звездчатые, малые, которые ветвятся, и их аксоны заканчиваются на дендритах грушевидных нейронов. И большие, аксоны которых оканчиваются на дендритах и телах грушевидных нейронов. Это тормозные нейроны. Они угнетают функциональную активность ганглиозных нейронов. Кроме того, в молекулярном слое имеются корзинчатые нейроны, аксоны которых идут над ганглиозным слоем, и отходящие от них веточки образуют как бы корзинки вокруг тел грушевидных нейронов. Так одна корзинчатая клетка может контактировать с несколькими сотнями грушевидных нейронов, также угнетая их активность. В зернистом слое различают два типа нейронов. Первый, наиболее многочисленный, это клетки зерна или зерновые нейроны. Это самые мелкие нейроны организма человека размером 5-6 микрон. Они образуют короткие дендриты в виде гусиных лапок, а их аксоны поднимаются в молекулярный слой. Там они Т-образно делятся и идут вдоль извилин, проходя через много ветвлений грушевидных нейронов.
пересекая их и оказывая на них возбуждающее действие. Кроме того, имеются более крупные, более длинными отростками нейроны, клетки Гольджи. Как же информация входит в кору мозжечка? По афферентным волокнам. Их две разновидности. Это муховидные, короткие волокна, которые заканчиваются на дендритах зерновидных нейронов. И здесь образуются сложные синапсы. Их называют клубочки мозжечка. Далее эта информация передается грушевидным нейронам по аксонам клеток зерен. Вторая разновидность – это лазящие волокна. Они транзитом проходят через зернистый слой и достигают, оплетают уже тела и дендриты самих ганглиозных нейронов. То есть напрямую, как бы они лезут сразу в ганглиозный и молекулярный слой. И те, и другие афферентные волокна оказывают возбуждающее действие на грушевидные нейроны. Таким образом, информация из других отделов головного мозга входит в кору мозжечка по афферентным волокнам. Здесь она анализируется грушевидными нейронами, как бы они принимают решение, и информация выходит из коры мозжечка по аксонам. Кора больших полушарий, так же как кора мозжечка, образует углубление борозды и выпячивание извилины. Это в 3-4 раза увеличивает площадь ее поверхности. В коре больших полушарий насчитывают до 10 миллиардов нейронов и до 100 миллиардов глиальных клеток. Все это вставочные мультиполярные нейроны. По форме различают пирамидные, звездчатые, веретеновидные. Эти нейроны расположены по экранному типу. То есть однотипные нейроны располагаются слоями. Различают 6 слоев нейронов в коре больших полушарий. Наружные, молекулярные, образован мелкими, полиморфными, веретеновидными или звездчатыми нейронами и пучками нервных волокон, идущих параллельно поверхности мозга. Второй слой наружно-зернистый, образован мелкими звездчатыми нейронами. Вот они. Третий слой наружный пирамидный, образован пирамидными нейронами средних размеров. Их дендриты, отходящие от апикальной части клетки, как бы эти апикальные верхушечные дендриты, поднимаются в молекулярный слой, ветвятся часто Т-образно и идут параллельно поверхности коры. Внутренний зернистый представлен также мелкими звездчатыми нейронами. Пятый. Внутренний зернистый или ганглионарный образован очень крупными пирамидными нейронами, причем в двигательной коре больших полушарий, при центральной извилине,
они достигают максимальных размеров 120 микрон. И их здесь по автору называют клетками Беца. Дендриты этих нейронов тоже поступают, идут в молекулярный слой. В пирамидных нейронах видны боковые дендриты, а аксоны пирамидных нейронов идут в белое вещество, а далее соседние участки коры, это ассоциативные волокна и нейроны, в другое полушарие, это коммисуральные нейроны и волокна, либо в нижележащие отделы головного мозга или даже в спинной мозг. Это проекционные нейроны и, соответственно, нервные волокна. Шестой слой – слой полиморфных клеток, ну, то есть имеющих разную форму. Здесь есть и мелкие пирамидные, веретеновидные, и звездчатые и другие нейроны. Вот это серое вещество коры больших полушарий. А под ним глубже лежит белое вещество, которое заходит в каждую извилину. И вот эта специфическая организация нейронов коры называется цитоархитектоника. А специфическая организация нервных волокон называется миелоархитектоника. Видите, здесь три или даже четыре горизонтальных сплетения нервных волокон, а кроме того есть еще и вертикальные. Вот они расположены в разных слоях коры. Вот это метод импрегнации азотнокислым серебром, а это окраска по методу Нисля. По цитоархитектонике и миелоархитектонике, а также по функциональным свойствам, различают до 50 отделов коры полей. По цитоархитектонике различают два крайних типа коры больших полушарий. Агранулярны, где плохо выражены зернистые слои, второй и четвертый. И наоборот, гранулярны, где хорошо выражены второй и четвертый типы коры. В агранулярном, соответственно, хорошо выражены третий, пятый, это пирамидные слои и слой шестой полиморфных нейронов. А гранулярный тип коры характерен для двигательных отделов, для передней центральной извилины, а гранулярный для чувствительных областей коры. Ну, это чаще корковые концы анализаторов. Функционально-структурной единицей коры больших полушарий является колонка или модуль. Действительно, это вертикальная колонка диаметром около 300 микрон, проходящая через все слои коры. В коре мозга человека их насчитывают около 3 миллионов. В модуле различают вход, показан красным, таким малиновым. Он образован кортико-кортикальным волокном в центре каждой колонки и двумя таламокортикальными волокнами, то есть несущими информацию от зрительных бугров или из других
отделов коры. Зона обработки информации, где поступающая в мозг, в кору больших полушарий, в колонку информация обрабатывается, анализируется и уже исходящие команды, решения, которые здесь принимаются, если так можно сказать, они уже передаются по аксонам пирамидных нейронов. Это выход, по которым нервные импульсы выходят из колонки. На этом рисунке показано эмбриональное внутриутробное развитие коры мозга. Это вентрикулярный слой, внутренний слой мозговых пузырей. Здесь предшественники нейронов, нейробласты, размножаются, а затем молодые нейроны, будущие нейроны, перемещаются по отросткам глиальных клеток и занимают нужное место в будущей коре. И вначале образуются первый и шестой слои, а потом между ними встраиваются уже второй, третий, четвертый и пятый слои. Здесь показано развитие коры в эмбриогенезе. И вот к моменту рождения в коре уже выделяют все слои. И после рождения, вплоть до 5-6 лет, кора утолщается. Однако количество нейронов в ней уже не меняется. Просто формируются все новые и новые межнейрональные связи. Ну и, конечно, количество извилин не меняется. Но мозг весь увеличивается в размерах и увеличивается его вес. Хотя не так быстро, как вес всего туловища. А вот после 6 лет толщина коры уже меняется мало. Ее строение усложняется за счет межнейрональных связей, но в принципе ее строение уже не меняется. Нейротрансмиттерные нейронные системы мозга образованы нейронами определенной нейромедиаторной природы, например, дофаминергическими нейронами. Тела этих нейронов расположены в основном в среднем и промежуточном мозге, а аксоны идут в кору больших полушарий или в нуклеус аккумбенс, в полосатое тело, срединное возвышение гипоталамуса. Например, серотонинергическая нейронная система мозга. Тела нейронов расположены в стволе, а аксоны тоже идут в разные другие отделы мозга. У нас на кафедре изучается, в частности, гистаминергическая нейронная система мозга. Тела гистаминергических нейронов расположены только в заднем гипоталамусе, а аксоны идут во многие, практически во все отделы головного и в спинной мозг, как бы интегрируя деятельность
других нейротрансмиттерных систем мозга. Гематоэнцефалический барьер – это барьер между кровью и нейронами головного мозга. Он образован стенкой кровеносных капилляров, прежде всего эндотелиальными клетками. Вот здесь они показаны синим цветом. Второй компонент – это отростки астроцитов, которые образуют буквально настоящий панцирь вокруг капилляров, а также окружают нервные клетки. Таким образом, образуется довольно мощная преграда для веществ, циркулирующих в крови, прежде чем они достигнут нейронов. Тысячи веществ, которые циркулируют в крови, в том числе разные биогенные амины, не могут проникнуть из крови в мозг. Они, в частности, разрушаются ферментами, которые расположены в эндотелиальных клетках и в астроцитах. Однако многие вещества, такие как алкоголь, наркотики, многие токсины, к сожалению, могут свободно проникать через гематоэнцефалический барьер и оказывать повреждающее действие на нейроны мозга. Пластичность нервной системы – это способность нервной системы адаптироваться, приспосабливаться к изменениям окружающей среды, как-то компенсировать свои функции, восстанавливать после повреждения. Нервные клетки, как известно, не могут размножаться, но они обладают высокой способностью к внутриклеточной регенерации. То есть в них обновляются постоянно мембраны, органеллы. И клетка сегодня – это совсем не та нервная клетка, которая она была вчера. При гибели одних нейронов другие, сохранившиеся нейроны, увеличиваются в размерах, называется гипертрофия. В их цитоплазме возрастает число органелл. При этом усиливается аксоток и разрастаются нервные окончания. Нейроны вступают в контакты с другими нейронами вместо погибших. Этим объясняется способность мозга восстанавливать свои функции по повреждению в результате травмы или болезни. Кроме того, происходит морфофункциональная перестройка нервной системы на протяжении всей жизни человека, в процессе обучения, при изменении вида его деятельности, например, смена умственного труда на физический или наоборот. Развитие нервной системы в эмбриогенезе, это нейрогенез. На этом рисунке показаны ранние этапы развития нервной системы. Здесь показан зародышевый щиток. Его поверхность образована эктодермой. Вот эта вот центральная часть образует нейроэктодерму. Сначала образуется как бы нервная пластинка. Потом она впячивается, образуется нервный желобок. Затем, вот здесь это вид сверху, затем в центральной части края желобка начинают смыкаться и образуется нервная трубка. То есть смыкание распространяется
сторона головного и хвостового конца, и длина нервной трубки увеличивается. Из головного конца нервной трубки, где образуется сначала 3, потом 5 мозговых пузырей, образуется головной мозг, а из тела и хвостовой части образуется спинной мозг. Между эктодермой и нервной трубкой видны скопления нейробластов и глиобластов, дают начало ганглиям периферической нервной системы. В области головного конца зародыша еще имеется утолщение эктодермы, так называемые плакоды, которые дают начало сенсоэпителиальным клеткам органа слуха и равновесия. И вот здесь на стереограмме зародыша, когда он уже становится трехмерным после образования туловищных складок, вот это уже зародыш к концу первого месяца эмбриогенеза, он уже трехмерный, и в нем снаружи расположена эктодерма, вот, из которой образуется нервная трубка, осевой орган.